Меня зовут Александр Сергеевич Пушкин. Моя кожа не похожа на начинку ватрушки. Смуглое лицо, черный кудри за петрушки. Спасибо прадедушке за все эти фишки. Не слишком большого умишка обладатели. Обзываться обезьяной считали обязательным. Злопыхатели нередко шутили, что мы предки вчера слезли с ветки. Но мой прадед Арабганнибал был петром за батл. Рома в Амстердаме Куплину менял. Кто меня только пчел не обвинял. Но вы сами все в курсе, каков был финал. Я памятник себе не рукотворный. Воздвиг меня признает великим и ученый. И ученик русский язык учить, не читая моих книг. Это дорога прямиком в тупик. Так откуда берутся грамотеи такие, что думают, будто расизм и Россия — это слова однокоренные. Знаки Пушкин против таких, как вы. На непохожих людей смотришь хмуро, что-то там мямлишь про русскую культуру. Вот тебе от этой культуры ответ. Или что, типа Пушкин не русский поэт? Вижу, кто-то бывает тебе удлиняет очередь. Все вокруг по трассе прут, а ты на обочине. Кто тебе мешает? Иностранные рабочие, зарубежные студенты и все такие прочие. Твоя жизнь без них была бы легким кинцом, с классным началом, серединой и концом. А ты сам был бы всем танцором танцор, если бы не терлось яйцо об яйцо. И еще вкратце о национальных танцах. Русские всегда были дружелюбной нацией. Были только те, кто первым лез драться. Ксенофобия удел неандертальца. Расизм с нами бетикантропом и австралопитеком. Всем привет из 19 века. Классно у вас, впечатляет прогресс. Лишь одного понять не может Пушкин на С. Откуда берутся грамотеи такие, что думают, будто расизм и Россия — это слова однокоренные. Знаете, Пушкин против таких, как ты. На непохожих людей смотришь хмуро. Что-то нам лишь про русскую культуру. У тебя от этой культуры ответ. И лишь что, типа Пушкин не русский поэт. Откуда берутся грамотеи такие, что думают, будто расизм и Россия — это слова